Я всех приветствую. Хочу поделиться с вами рецептом творожной выпечки. Для выпечки печень мне необходимо стакан муки, соды 1 чайная ложечка, 100 грамм масла, 1 пачка ванилина. Также нужно 200-250 грамм творога. И если творог рассыпчатый, как у меня, он у меня домашний, делаю из кислого молока. И, кстати говоря, видео у меня есть, можете посмотреть. Ссылочку я поставлю снизу. Тогда добавляем 2 столовых ложки сметаны или крема фреш. Если же он кремообразный, если же у вас кремообразный творог, то сметану добавлять не нужно. Разделили вот на таких 4 шарика. Каждый шарик будем раскатывать и пересыпать сахаром. Для этого примерно где-то 100 грамм сахара необходимо. Тесто такое мягкое и оно липкое, немножко прилипает к рукам, поэтому его к нему нужно добавлять всегда муку.
Творожные печенья получаются нежные, мягенькие и очень вкусные. Порадуйте своих деток, они будут особенно рады. Все пробуйте. Всем добра, любви, процветания, мира над головой нам всем. И до новых встреч. Подписывайтесь, поддержите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень всем рада.